Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Realme C31, и сейчас я покажу вам, как на данном устройстве разрешить установку приложений из неизвестных источников. Для этого мы переходим в настройки. Далее выбираем пункт приложения уведомления, и здесь мы выбираем специальный доступ. Здесь мы выбираем неизвестные приложения, и теперь мы можем выбрать какие-то приложения, которым мы разрешим установку. Например, Chrome. И, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.